Анонс и точка выхода 24 серии турецкого сериала «Грязная корзина». 24 серия сериала выйдет в эфир 11 марта. Ранее в сериале мы увидели Айлин, которая во дворе особняка встречается с Муратом. Девушка не упускает возможности связвить, говоря о том, что он опять решил куда-то отправиться, прихватив с собой всех своих служанок. Но Мурат не собирается поддаваться на ее сцены. Он говорит Айлин, что едет с Медин в город для того, чтобы подать заявление на то, чтобы в срочном порядке вступить в брак. Для Айлин это становится шокирующей новостью. Мурат берет Медин за руку и садится вместе с ней в машину. У него нет времени для истерики Айлин. Нергис приезжает в больницу, которую доставили Эсемин. Она встречается с врачом, который уточняет у нее детали. Он интересуется, является ли она кем-то родным для Эсемин Битмес. Девушка говорит, что Эсемин ее сестра, и она очень хочет увидеться с ней. Врач проводит девушку в палату к Эсемин. Девушка лежит в постели и выглядит измученной. Нергис очень рада тому, что она жива. Однако Эсемин, увидев ее, начинает биться в истерике. Она очень напугана из-за того, что Нергис снова к ней пришла. Она боится, что теперь ее точно кто-то убьет. Фияс интересуется у Нергис. Что же она такого сделала, что Ясамин так реагирует на ее присутствие? В коридоре Нергис сначала просит Фияза позаботиться о ее детях, если она окажется в тюрьме, а после говорит, что выйдет за него. 24 серия сериала выйдет в эфир 17 марта. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.